Платформа Intel LGA1155, несмотря на известную проблему с чипсетами 6 серии, с каждым днем отвоевывает свою долю рынка. Конечно же, проблема подпортила репутацию Intel, создала массу проблем производителям материнских плат. Но, как ни странно, экспансию новой платформы на рынок, по крайней мере на наш, заметно не сдержала. В данном обзоре мы ознакомимся с материнской платой Foxconn H67MV, выполненной именно в формате microATX. Несмотря на то, что габариты Foxconn H67MV не достигают максимальных для форм-фактора microATX, разработчики обошлись без таких непопулярных мер, как уменьшение количества слотов для модулей памяти или отклонение от общепринятых канонов компоновки. Набор слотов для установки дополнительных карт, предоставленный на Foxconn H67MV, можно назвать стандартным. Помимо обязательного разъема для видеокарт, здесь представлен один PCI Express, X1 и пара PCI. Разъемы SATA 6 Гбит в секунду и SATA 3 Гбит в секунду расположены так, чтобы установленная в соответствующий разъем видеокарта, даже если она оснащена громоздкой двуслотовой системой охлаждения, ни в коем случае не блокировала или не затрудняла к ним доступ. Для питания всех блоков процессора используются три импульсных преобразователя постоянного напряжения. Элементная база в названных цепях используется самая простая и состоит из обыкновенных полевых MOP-транзисторов, частично закрытых дросселей и ставших уже привычными алюминиевых полимерных конденсаторов,